Ради какого-то своего идеала эти люди могут пожертвовать многим. Материальные блага для этих людей не будут стоять на первом месте, а в некоторых ситуациях интересы близких людей отойдут на второй план. Если этот человек чем-то увлечется, то может даже пойти на глупый риск. Звук «Н» говорит о высокой трудоспособности и одновременного отвращения к бесполезной работе. В этих людях заложен очень большой потенциал. Их хладнокровие и безразличие на проблемы чужих им людей открывает другие пути развития. Именно поэтому они добиваются больших успехов в жизни, четко знают, чего хотят и как это можно получить. Эти персонажи постоянно находятся под влиянием нервных вибраций, что и дает им силу и активность. Буква «Е» считается символом естественности и гибкости. Носителю имени не придется заставлять трудиться. Увлекаясь чем-либо, человек может поддаться на глупый риск. Буква «О» таит в себе энергичность и отзывчивость, упрямство и доброту. Этому человеку трудно подниматься по служебной лестнице, и поэтому он порой ищет возможность реализоваться в свободном творчестве. Иногда эти люди чувствуют, что находятся под чьим-то пристальным вниманием. Богатство внутреннего мира позволяет этим людям вести яркий и красочный образ жизни, на первый взгляд незаметный окружению. Буква «Н» в этом имени дает людям силы не воспринимать все без разбора. Одновременно означает и преданность, доброжелательность, религиозность. Звук «Н» в имени этого человека считается знаком протеста. Могут занять круговую оборону, отречься от внешнего мира или занять позицию страуса, прячущего голову в песок. Они способны на решительные действия, но зачастую сначала совершают действия, а потом задумываются о последствиях. Значение буквы «А» в этом имени символизирует обновление, ежедневное возрождение в самом широком смысле. Если присутствует первая буква алфавита в этом имени, то оно постоянно будет стремиться к физическому и духовному равновесию. Часто в характере людей с буквой О в этом имени проявляется упрямство, с помощью которого они могут достичь больших высот в карьере. С уверенностью можно сказать, что владельцы этого имени находятся под космическим влиянием. Часто люди с гласной О склонны к консервативному образу мыслей, и принципиальность сковывает их возможности. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.